Ярославский вокзал. Прибыл эшелон. Вот они, мои чучалки. Приехали. И внутри еще пол вагона. Нас всех хватит. Загружаемся. Пришла новая партия гусиных чучалок. Называется Вайты UHD. Посмотрим, что прислали на этот раз. О как! Живые белолобики и гумяш есть! А это китайцы! Прикалываются над нами, наверное. Или мы прикалываемся. Посмотрим, что в других коробках. Вот они. Чучела из сминаемого пластика. Справляется неплохо. С Китая ехали. Мороз ночью был. Желательно их, конечно, погреть немножко. Нахуй заливаем воду горячую. Поболтал 2 минуты. Они быстро восстанавливают форму. Ну, здесь, конечно, можно их погреть феном электрическим. Или теплое помещение занести. Но это не проблема их восстановить. Форму имею в виду. Даже на солнышке они очень хорошо расправляются. Это неплохие вещи. Покраска очень интересная. Пока их 2 формы. Вот кормящийся гусь с наклоненной головой влево и полностью рыжевой. Рыжиков не нужно, их боятся. Настоящие живые птицы. Будут еще формы, это только начало. Стоечка стандартная, обыкновенная, длиной 50 сантиметров, длиннее и не нужно. Обыкновенно вставляется. При таком ветре, как сегодня, эти чучалки хорошо двигаются. Их бюджетные братья Вайты из материала Эва. Мягкие, сминаемые. Тот же самый материал, как мои сапоги Топтыгин. Они сделаны тоже на этом же заводе. Но материал другой. Я в них уже делал обзор. И что очень замечательно, они очень похожи по форме. Их можно объединять в одну стаю. А смотрите, что я сделал с ними. Крепенькие чучалки. В футбол можно играть. Смотрите, что я с ними сделал. Совершенству нет предела. Самые обыкновенные фломастеры, перманентные, штрих-код или белый фломастер. Нанес я рисунок, выразил контур пера на этих чучалках. Они не смываются. Не смываются, потому что спиртовой раствор. Вот по своей сути они очень похожи. Их можно запросто объединять в одно стадо. Этих для фона взять 50-2, а этих неограниченное количество. Посмотрим, как отреагируют мои пацаны гуси
на эти чучела. Они дают оценку этим изделиям. Справа чучелки из мягкого материала Эва, слева чучела новые USD из сминаемого пластика. Ну что, вроде не боятся, лишь бы не подрались с чужаками. Вот это отзывается, хорошо, отчучила. И мне понравилось, придраться нет к чему. Мы поедем с этими чучалками по охотам. Смотрите мои новые фильмы. Мой сайт «Фанат Сетях». Зовут меня Сидоров Юрий Иванович.